Bonsoir, chers amis, еще одна интересная скороговорка для вас. Здесь будут звуки, закрытые О и А, то есть это задний и передний ряд. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Сейчас я произнесу медленно и обращу ваше внимание именно на закрытые гласные, поскольку их нам труднее всего произносить. Ля каваль, у, валяк, а валя, лу, дюляк, и лу, дюляк, ля ва, ля каваль, у, валяк. То есть, когда вы будете быстро произносить, не забывайте, чтобы вот этот звук заднего ряда был в заднем ряду, и сразу вперед переносить другие все звуки. Теперь еще раз я произношу нормально. La cavale au valac, cavale l'eau du lac, et l'eau du lac, la valle, la cavale au valac. По слогам. La cavale au valac, a valla l'eau du lac, et l'eau du lac, la va, la cavale, au va lac. Теперь еще раз. La cavale au va lac, a va la l'eau du lac, et l'eau du lac, la va, la cavale, au va lac. Побыстрее. La cavale au va lac, avala l'eau du lac, et l'eau du lac, la va, la cavale au va lac. La cavale au va lac, avala l'eau du lac, et l'eau du lac, la va, la cavale au va lac. La cavale au va lac, avala l'eau du lac, et l'eau du lac, la va, la cavale au va lac. C'est tout. Au revoir.